Всем привет, с вами ваш робо-бибибит. Или Борислав, сейчас прошу прощения, секунду. Так, мы остановились, на Михаил мы остановились, точно. Он очень сложный. Реально сложно. Привычку я просто пропущу просто. Но он на самом деле реально сложно противнее, как таких боев мы еще не встречали. Самый сложный из всех. Будем пользоваться его тактикой, бочки и все. Так как я... Кстати, он меня продамажил сильнее, просто потому что у него был более целый камень. А это сложно. Если подумать, надо его защиты, то мне вверх сейчас туда ехать тоже смысл вообще. Но, потому что... Сбивать он меня будет, убивать он меня. Ставлю сейчас себе 700. Жадный. Да, кстати, ребят, прошу прощения насчет голоса. Ой, вчера хрип. Немножко я слышу просто себя, что я охрипшим голосом говорю. Ну, вся ведь это маска, именно охрипшим. Thank you.
потому что не знал, сколько будет у меня по этого получится. Конечно, можно было бы смонтировать. Вы сейчас, наверное, скажете, но я отчасти поленился, отчасти у меня был занят. Так, небеса. Кто тут у нас? Дух времен и материализовался. Его слабое место везде. Атакую, не сомневаюсь. Почему у него голова... Знаете, смотришь, вроде бы голова Купидона, да, а и крылья. Так я его сейчас вроде как ударил. Он за нами летит. Окей. Ну это его купидончик блинский. Я, наверное, не знаю. О, я сейчас запрыгну наверх и его напрягу. Ну и кто это? Просто голова Купидона, поэтому я его называю Купидон. Во всяком случае, так как вроде так, как говорится, будет Купидон нарисован. Привет, брат. Сейчас будем. Я катаюсь. Кто я же запрыгнул на бану? Кто ж? Ударить его, я понимаю, легко. О, блин, оп. Что я сейчас туплю? Надо с помощью этих прыгать, это понятно, я это понял. Вот это вот есть неубиваемая решетка. Да, блин, скатился сам. А, о, я уже начинаю крошиться медленно. Правильно. Что ли, чтобы вы понимали, просто нужно что-то не понимать, как будет победить. Давайте попробуем чисто. Ну, я по крыльям учу, я что это через крылья? Только не говорите, что мне надо его подставлять под пушку, то я именно типа с собой стреляю. Видите, я уже начинаю откалываться. Они успеваются. Я еще... А чё это я в бок полетел? Я ж... Если шо ж за пост такой? Не, типа только по фейсу. Сразу написано, что... Типа везде... Написано, что везде он слабое место. По сути, у него слабое место.
голова, потому что голова это... Ну, я не понимаю, его надо заставить пушки подлететь, типа, залететь, просто я не понимаю, для чего это верхний помост. Сюда, вот ко мне подъедет, на максимум. Ах, ты ж... Ну, да, реально, так и надо. Сейчас тогда будем тогда как типа отрабатывать сейчас. Мне бы в него, как бы, нему хотя бы раз попасть. Надо понять, как его побеждать. Не, понятное дело, я должен по нему собою трижды говорить. Окей, мне нужно залетать сюда, но зачем? Он под... Вот окей, смотри, он подлетел. Что если я резко вниз еду? Реально он до пушки. Это будет более-менее логично. Клеопатра, не мешай. Ну ты смотри. Получилось. Я не знаю, это просто того, что чисто тупо связано или реально надо так, ребят. Это единственное, что мне сейчас приходит в голову. Я даже так не могу. Да ну блинский! Я, конечно, свои попытки порежу, но пару минут. Ну, я ж тебя коснулся! Сейчас я его коснулся и толкнул, упал. Ой, перелет. Да уж, это сложно. Хватит от меня скидывать, босяра. Давай другое место. Окей, да один раз мы его каким... Просто так тут реально... Или с помоста ты должен на него прыгать. Мне стоит зависать на пушку. И уже из пушки шмонать. Тьфу, ты шмонать, стрелять. Так еще. Может, скорее всего, его именно вот так надо бить, а то, что он под пушкой, один выстрел был чисто. Так.
фырканье, запрыгнуть на помост, когда вызвать это фырканье, то это вот помост. Но я вот все-таки реально порежу, а то вначале очень долго купил пару минут. Порежу. Зачем я это говорю? Наверное, просто мы сразу. Так, что тут Наполеон делает? Так, что у нас? Наверное, порежу, может быть, нет, я еще не думал. Еще пока не решил. Ну, я посмотрю, все равно переобработаю. Так, Ришелье. Просто если решили, да, просто бизнес наш приходит в Казани, да, Ришелье, это просто Ришелье, вроде как Ришелье был в трех мушкетерах. О, изменительная карта, интересно. Точнее, такая карта, что можно подставлять, а не то, что просто. Так. Так, вот это мой. Ну отсюда стрелять, это понятно. Здесь поставим, да. Как бы у меня уже есть первое мнение на ловушке, потому что такие ловушки. Вычеркнуть. Надо быть готовым только ко всем вариациям ловушек. Дерево, спасибо. Где тут я дорожку строил? С расчетом на то, что он захочет, а он захочет. Так, так,
сестра Паттера. Хватит ко мне приставать. Я тебя скоро... А тебе дерево меня не спасло. В скором времени выпущу гулять. Понимаешь, что хочешь на улицу? Я тебя прекрасно понимаю. Мне плохо, мне плохо. Там, где он должен встревать, застревать, тут все прям как я хотел. Он сейчас на моих ловушках, все идеально. Вот как я хотел, так вот с ним сейчас все и происходит. Во-первых, он уже меньше. Он стал на один слой меньше. Ай. Тут, наверное, надо, наверное, в этом месте, наверное, скорость замедлять надо, чтобы чисто... Вот, то есть, надо, конечно, там еще рядом с фортом поставить стеночку с защитками. Чисто, чисто так, чтобы именно... Вообще и под самый конец, и в момент еще параллельки вот фигачивается. Смысл тут наверх залететь, мне потому что это... Ой. Я походу еще впервые приехал. Но он меньше, поэтому... вообще работает идеально, так как я хочу. То есть я его просто... Я нашел место, но это кажется, что это люди очень хорошие. Будем проходить чисто для себя, потому что я, например, бываю тоже за прохождение, потому что я прохожу сам игру. Мне очень нравится. У дерева, дерево! Ой, и это и в дерево попало. Где-то на середине только. Ну я, ладно, мне этого хватит. Он еще до, ему до финиша Киева. Прошу прощения за выражение. Он просто, он встрял. Он там вот так долго встрял, капец. Ну изи победил, но мы могли его вначале кинуть, что это слишком много. А, это просто такие, я думал, это Наполеон, а это просто Мадрид. Интересно, там слово в Мадриде. Наполеон. Ну, надо было догадаться. Типа это... Лошадка. Типа каруселька. С чего с одинаковых камушков? Ну, либо... Ну, у меня он один с фейсом. О, вот эта карта кидает тебе вызов. Как вызов принял. Где камни начинают ее? Где же? А тут... Все в... А, тут чисто в тени. Тут камни.
Не знаю. Покупать деньги, потому что я сейчас не знаю, даже денег на сразу две стороны не хватит. Давайте уже все раз. Так, ой, улетаю. Я слетел, не заметил. Тут все такое черное, я подумал, это дорога, а это... Сейчас удар будет слабый, сейчас красивый. А не, если у него удар... Ну тут теперь я понимаю, где что пытаться. То есть то, что вначале я сделал, это нормально, пока хватит. О, надо еще. Где-то нас тут пробил. Карта, она так изгибается, надо реально быть аккуратным. Потому что вот опять. Нет, вот раз она так вместе. Он немножко в это мясо ставится. Вот сейчас он же, раз он пытается мне скинуть, и видишь, я хочу сюда, то есть здесь мне ловушку подставить. Я бы на этом месте такое сделал. Вот это не. Это-то я сейчас прогрыну. Это, кстати, обрыв, я думал, это съесть как-то вниз. Чудо, вот где не было. Не, вот это рано, я проиграл, первый день. Ладно, еще. Меня сейвер.
честно, мы же знаем, что есть DC. Ну нет! Да ну нафиг, я еще и промазал. Окей, я переиграю, но теперь я знаю, как тебе подфигачивать. Где, как, что, раз ты меня... Ты меня по определенному, я тебя по определенному. Окей. Как бы вопросов у меня к тебе нет. То есть тут из трех кругов надо чисто... Так, подымайся, я приказываю. Чё за... Чё за... Грах, хватит. Не настроение. Да ну, да ну нафиг. Расстоять! Сейчас. Я перезапущу, потому что, ну видите, он лагает. У меня камера не останавливается. Да не, клавиши зажатых на клаве нет. Игра, не ключ, пожалуйста, у меня настроение. Так. Thank you.
мощные блочки, потрачу побольше, но зато я тебе здесь вынесу. Потом поставлю здесь защиту так, как ты идешь. Мне сейчас не до тебя! Отстой ты от меня, хватит меня злить. Просто я отвлекаюсь. Прости, кнопку уже за удар, конечно, я его легонько по головке ударил. Тоже потому что отвлекаю. Она специально, она привлекает к себе внимание. Чтобы... Да, я плохой кошку ударил, я хочу просить. Слышите, это на честь на своего сына, Василия, шепнул. Что-то... А он тупо лежит, ничего не делал. Уже вы поняли. Это просто, это, как говорится, поэтому я ударил послабее, как я хотел, а теперь буду защиту поставить. На всякий случай, у меня ощущение нехорошее. Я заранее тут все расставлю, чисто чтобы стоял. Пробел. Раза два, так точно. Но он подбитый, смотрите, он подбитый. Все. Я реально про это место не знаю.
пробил. Он не пробил, я думал, он пробьет. Это было сложно. Следующий город. Порту. Я читаю, как написано. Не спорю, может быть, паспорту. Это Форт Боярд, я помню. Так, кто это? Карл Третий. В стиле старых этих шутеров Вольфенштейна 3D и это первых Дума. Ну не рычи на Васю. Вася правильно, бей ее лапкой. А то она тебе берет, рычит. Плохая мама. Плохая. Опять это вода. Лёпа, отстань ты от Васи. Блин, простите, что у меня тут, как говорится, происходит конфликт. Нельзя замутить, потому что Клеопатра у нас очень, у меня очень наглая кошка. А если она наглая, то она очень. К сожалению, она у меня такая наглая кошка. Ладно, я тут примерно понимаю, куда забивать, потому что... Скорочачка. Это сокращение пути. Но я ему там... Я как понимаю, это чернильный или типа как-то такого, как назовем этот шарик. Его основная задача это... Убирать точки, то есть зоны, на которые можно строить. Убирает навсегда. Потому что я не знаю, как потому что мне не припомню функцию смывания воды. Я на самом деле очень от него отстал по достижению своей цели, потому что немножко решил мою, так сказать. Малину подпортить. Так, есть, окей. Теперь у нас тут есть преимущество. Я тут в основном все постарался. Над этим на этом и работаю. Thank you.
Чикаго. Здесь вот такое внимание, что я нифига не понимаю карту. Вроде как попытаюсь ехать, вроде бы направление есть, а понимание карты по нулям. Сейчас, если я его победим, если нет, то нет. Надо дальше защиту ставить. Говорится по длинной дороге, как красная шапочка, а он как волк по короткой. Ну ладно, мы на ребятки на этом сегодня закончим. Что ж, ребята, все, спасибо, прошу прощения, что камера развернулась. Все ж, ребята, мы на этом закончим, даже не знаю когда, поэтому очень прошу прощения, но у меня, как говорится, живая. Ребята, что ж, ребята, всем спасибо, там если не стрелял. Вам всем дабл лайк, ребятки, подписывайтесь на меня, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Также в описании будет ссылка на плейлист, группа ВКонтакте и мой твич канал. Что ж, ребята, всем спасибо.